Привет! С вами очередной выпуск «Кинословаря», и мы продолжаем рассказывать вам о значении различных терминов нашего кинопроизводства. При этом, если у вас есть какие-то вопросы или есть какие-то слова, значения которых вы не знаете, но очень хотели бы узнать, пишите. Пишите в комментариях, пишите в почту, пишите в Facebook, как хотите, пишите, и мы постараемся вам все объяснить. То, зачем следят все киношники, это твои сборы, это твоя касса, это то, что характеризует твой фильм. Это, в общем, бабки. Бабки, ребята. Бокс-офис. Бокс-офис – это все, ради чего мы существуем в кино. Хотя, как часто говорят продюсеры, нахер кому этот бокс-офис нужен? Все деньги уже украдены до начала съемок. Но мы в это не верим, поэтому все с нетерпением смотрим какие-то сводки, смотрим, сколько денег какое кино заработало, и надеемся, что этот мифический бокс-офис на что-то влияет. Херня все это, дорогие друзья. Конечно, он влияет, но не на нас. Бокс-офис. Кассовые сборы от кинопроката, отображающие экономическую успешность той или иной киноленты. Обычно самыми показательными являются первые выходные проката.